поездку свою по Минску. Заеду на СТО, проверю по факту, все тут хорошие. Проверю колеса. Если у него свободен подъемник. Внешние испытатели сделали вывод, что в электрокаре важна емкость не только в большой тяговой батарее, проходимость удара. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM. Автоновости. Открыли мне шлагбаум. Реклама на Компас FM. Вместо чая. МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не какие колеса тут выдержали? Подсветки несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Такие все дороги у нас. Вместо бабах. Заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Смотрим, заеду, не заеду. Начать спустить уже. Такой у нас драйв тут. Не выверну. Но на скорость изучить. Поглядим, что у Сашка приехал.